Впервые Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь организовал творческий фестиваль-конкурс, на котором все желающие могут проявить свои вокальные возможности, таланты игры на музыкальных инструментах, способность в выразительном чтении художественных произведений. Самое главное условие, чтобы выступления соответствовали тематике праздника Рождества Христова. Об этом говорит название фестиваля конкурса. «Христос родился, славим Его». Конкурс проводится по трем номинациям. Вокал, соло, дуэты, малые формы, ансамбли, хоры. Академический вокал, народный вокал. Инструментальное творчество. Соло, дуэты, ансамбли, оркестры. Художественное слово. Прием заявок до 4 января 2022 года. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении на странице ВКонтакте.